Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Битоу, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видео есть твой состав, дружище. Вот так вот. Да, и сегодня мы играем на нашем топовом аккаунте 100 уровня с полной прокачанной подпиской Додзе. Кто хочет себе такую же подписку, навсегда пишите нашему подписчику, ссылка на него в описании, как обычно, ребят. 100 уровень аккаунта можно сделать, кучу баксов, мутагена, любого персонажа. Хотите супер шреддера, сделай супер шреддера. Короче, пишите и тащите на максимум. Да, все изи, ребята. Ну что же, давайте отправимся в турнирную арену и здесь сразимся мощными противниками. Так, и первый состав у нас от Аллы Барановской. Алла, тебе лайкусик, конечно, и сердечко от команды Ditol. Написала, большой привет. Да, и большой привет. Он написал, я хочу Супер Шреддера, Сплинтера и Эприл Кунаичи. Вот так вот, ты представляешь? Круто, Супер Шреддера берем. Эйприл Кунаичи тоже где-то здесь была, мне кажется. И Сплинтера, представляешь? И Эйприл Кунаичи, очень хороший состав, очень мощный состав. Да. Алла, тебе прям респект и уважуха, класс вообще. Вот она, Эйприл Вот Кунаичи. Она, какая злая. Вот круто. Это да. Ребят, кто хочет попасть к нам в видео, нужно поделиться этим видосом, поставить лайк и написать три персонажа в столбик в комментариях. Итак, Шреддера будем первого, наверное. Да, конечно. Супер Шреддер против Шреддера. Посмотрим, кто сильнее. Вот так вот, 3000 дамага. Очень хорошо. У Шреддера, насколько мы знаем, слабенькое количество хелсов. И Эприл даже подлечилась зачем-то. Вот зачем? Так вот добиваем мы. А у нее, а почему у нее хелсы падают? Не знаю, она потеряла сама хелсы. Да, она теряет, окей. Смотри, она теряет хелсы, как так? Ее никто не атаковал. А у Шреддера и у Сенсея как хелсы уменьшились. А я не знаю, как у нас уменьшаются эти хелсы, ребята, что происходит? Что творится-то? Как компьютер против нас вообще по полной. А как так случилось? Видимо, у них 6-й игрок. Да, видимо, да, где-то сзади. Вот там, за нами стоит. Так, интересный расклад. Ну ладно, такого у нас еще не было. Ну-ка, ребята. Атакуем. Минус доктор Рокет. Осталось и сенсей. Давай мощную последнюю атаку используем. Только не. А ну, у него хелсов мало. Мы добьем, смотри. Опа! Думаешь, и добиваем. Отлично. Шикарно. И так, избавились. Давай по майке. Майке файтить, потому что поэтому пониженная атака по майке будет нормальная, обычная. И третья способность вообще зайдет прям на ура. Да, верь, ребята, вот такой вот горящий летит на 7200 крит иммунитет. Там просто он ушел в никуда. И у нас и остался... когти, конечно же. Да, один персонаж, поэтому мы сможем использовать массовую атаку и зафайтить с одного. Вот это мы быстро расправились. Ну, Алла, ну тебе спасибо за такой состав, конечно, круто прям. Прям состав максимально крутой, прям вот не поспоришь. Так, и теперь нам пишет Кирилл Белокрылов. Кирилл, очень красивая у тебя фамилия. Тебе лайк и сердечко от команды Ditol, конечно же. И здесь у нас, так, возьмите мой состав. Состав называется «Ревность». Вот это да, интересное ревность? Слово. Да, «Ревность» это у нас такое сильное прям. Чувство так, Кейси Джонс, Кейси Фильм и Эйприл. Круто. Тут, правда, 5 персонажей написано. Эйприл, Кунаичи, Донателло, простой. Ну, значит, мы первых трех берем, да и все. Да, как да, всегда, ребят, 3 персонажа. Если пишите пятерых для состава героев, то мы берем первых трех. Да, обязательно, потому что ну не можем мы 5 взять, сейчас слово, мы и так побеждаем, а тут будем вообще разносить прям всех в клочья. Так, Эйприл, берем, где наша Эйприл, малышка? А, обычная, да? Да, обычная Эйприл, и получается у нас еще Кейси из фильма, где-то по дороге его захватим. Вот это Эйприл есть у нас. Под конец должен быть. Да, где-то он здесь вот он, вот в масочке у нас. Отлично, идем в бой. И ревность как раз подходит для этой троицы, нормально, очень неплохо. Так. И что у нас получается? У нас сенсей Крис Брэдфорд, Донни Волшебник, просто что творится? Давай Донни Волшебника первого раскатаем. Прям давай дубиночками его. 200, по-моему. Вот, 200, да. Вот оно. И правда, 200, жалко, что не 300. И не хватает там тракториста. Ну нафиг, ну как так можно было слабо ударить, да? Да, ну как-то на 5000 очень слабовато реально Крис Брэдфорд. Реально отвлекается на Эприл, наверное, и не дает ему... Она никак покоя. Так, Крис Брэдфорд у нас получит вот такую волну. Давай. Вот энергетическую. Спокойненько, вот так вот, чпонь. 5000, ничего себе, Эприл дает. Это было мощно. Эприл могет.
Кстати говоря, сенсей здесь. Да. Мастер мышь, как всегда, в своем репертуаре стоит на палке и раздает всем бафы. И кофемашина. Мощная атака против нас, да, получается. Ну, так себе, конечно, мы ничего не почувствовали. Да, можно добиваем. Добиваем Кесика и, конечно же, Крисика. А здесь у нас на подходе на защите вот этого будем файтить. Шайбу ему. Вот такой. Шайбу, лови, дружище. Бам, мощная атака. Очень красиво бьет. И что у нас? У нас дебафы сняли, что ли? Эйприл сегодня у нас прям на повышенной атаке очень хорошо файтит. Давай, Кейси Джонс, красавчик. И осталось два противника. Сенсей и Донни. Ну, сенсей мы бить не будем, он же у нас любитель контратаковать. Поэтому мы сейчас Донни. Вторую способность под маской что-то там скрывается. Надеюсь, давай, давай. Будет, наверняка. 4, да. Кейси у нас всегда мощный друг. Он хорошо, да, файтит. На самом деле, причем и тот, и другой, мне кажется, достаточно мощный. Ну и Сильма более мощный, мне кажется. Он прям такой свирепый, у него все атаки на повышение. Так, что, добиваем, и остался сенсей. Веер запускаем в него. Веер запускаем на повышенной атаке от Эйприл. И 4-8, очень круто, очень молодец она сегодня. На повышенной, она всегда на повышенной атаке. А кто на атаку повышает? Вообще просто супер, ребят. Изично. Ребята, это победа прям легкая такая. У нас сегодня все легкие победы. И мы готовы взять следующий состав. Да, а у нас составчик от Надежды Колесниковой. Надя, тебе огромный лайк и сердечко от команды Детол. Так. Состав называется Разрушители. У нас здесь Сплинтер, Супер Шреддер и Армагон. Вот это троица, а? Вот это круто, если честно. Крутяк, реально. Сейчас возьмем Сплинтера, Супер Шреддера и Армагошу. Где у нас Супер Шреддер есть? Сплинтер есть. И Армагоша он там. Ой. Ай-яй-яй-яй. Билетики закончились. Ты представляешь? Как хорошо, что наш подписчик снабдил нас баксами. Баксами, ребят, да. Если вы тоже хотите себе неограниченное количество баксов, обращайтесь к нашему подписчику. Он вам сделает это все. Ссылка вот в описании. Еще. Да, ссылочка в описании. А мы еще вот билетиков купим. А пицца у нас не заканчивается. Пицца у нас еще есть. Но можно большое ломтище пиццы купить. Ребята, все закупились. Накупили. И... Сырка. Сырка купили, да. А, это сырок. А пицца здесь тоже есть? О, смотри, еще можно пропуски. Пропуски можно взять за баксы. И пиццу можно взять. Смотри, пиццу возьмем. Все можно купить, ребята. Баксы — это основная валюта здесь. Поэтому заказывайте ее у нашего подписчика и будете довольны. Да. И будете сыты и довольны. Да, с пиццей. А что, у нас состав слетел, да? Да. Сплинтер, Супер Шреддер и Армагончик. Ну, потому что мы перешли в магазин. Мощный состав, да? Играем против вот такого вот мужика с ребенком. Наверное, вот. Ребенок сейчас будет его играть. Да. Так что файтимся на максимум. И здесь у нас очень хороший противник. И мы берем и файтим. Давай Раф. Да, давай Рафика. Валите вторую способность нашу хорошенькую такую используем. Выбросим когти. Да, 7000 крит, хорош. И сейчас кусанем его. Вот так, кусанули и давай дальше. Давай мощную атаку, последнюю. Вот сенсей используем. Парафику. Тоже парафику, смотри. 7000, очень хорошо файтят персонажи. Мощные, два сенсея. О, смотри, контратака, точнее, я думал контратака. Сенсей против сенсея, интересный расклад. Бесконечная контратака, пока кто-нибудь да и не зафайтит другого. О, пиццу используют. Ах ты ж на. Ах ты, пиццаед. У нас тоже есть пицца. Смотри, подлечился еще. Подлечился, да. И, конечно же, мощная атака летит в нас. Хорошо, что она не настолько мощная, как у нас. Контратака прошла. Так, и давай, наверное, добивайте все-таки Рафа, потому что... Да-да-да. Доел. А то пиццаед-то у нас, смотри, какой мощный. И давай кусанем нашего дружищу мощной атакой. Вот такой вот. Армагончик может, вы же смотрели, ребята. Конечно, прохождение всех боссов, как Армагон мощно всех разматывал. Прям супер, 7000 дамага. Да, ребята, если вы хотите, чтобы мы прошли кем-то еще всех боссов, пишите об этом в комментариях, каким персонажем бы вы хотели, чтобы мы это сделали. Да, обязательно, ребят, пишите. И пишите свои составы, конечно же, потому что мы играем за ваши составчики и хотим, чтобы вы писали больше, а мы больше играли за них. Вот так. Бибоп еще получает 2900, и Армагон завершает, да? Вот это вот. Очень круто. Остался сенсей. Сенсей против сенсея. Вот так, сенсей бьем, сенсей отвечает. И дальше сенсей берет и зачем-то крит себе повышает. Вот это поворот. Интересно. Зачем он ему нужен, если у нас есть Супер Шреддер? Супер-супер-пупер Шреддер. Постепенный урон.
Как постепенно урон его не зафайтил? А тогда метеорит от Армагона к тебе прилетит, дружище. Не увернешься уже от такого булыжника. Конечно. И это победа. Шикарная победа, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. А с вами была команда Дитно. До новых встреч, новых видео. Пока. Пока.